После диагностики преторианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Наши охранные системы не поддаются взлому.
Внимание! Температура ядра растет. Демоническая угроза уменьшена на 25%.
уменьшено на 50%. Обращайтесь к Джессике в отдел кадров. Ваша преданность миссии ОАК «Марс» – основа нашего успеха. Ваша преданность миссии ОАК на Марсе – основа нашего успеха. Вместе мы создадим новое мировоззрение. Демоническая угроза уменьшена на 1%.
Ваша преданность миссии Оакана на Марсе – основа нашего успеха. Вместе мы создадим новое мировоззрение и поведем человечество в будущее. Будьте внимательны, будьте преданы. Утечка газа ликвидирована. Двери турбинного зала открыты. Thank you.
успеха. Вместе. Внимание! Температура ядра достигла критического уровня. Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия.
Авторизация. Оливия Пирс. Альфа 4, 0, 2. Доктор Хайден, она заблокировала меня. Вся энергия перенаправлена на артистов. Она пытается открыть портал между мирами. Их и нашим. Вы все равно не могли их спасти. Система не даст отменить операцию никому, кроме Оливии. Придется отключать аргентбашню вручную с поверхности.